Сама идея не нова. Мы уже давно начали процесс укрупнения наших ресурсоснабжающих предприятий. В качестве пилотного проекта было выбрано наше государственное предприятие, Вологодская областная энергетическая компания. Ну и те результаты, которые достигла компания с точки зрения, в первую очередь, энергоэффективности своего производства, тех экономических показателей, вселяют в нас оптимизм. Мы считаем, что мы находимся на правильном пути. И те задачи, которые были поставлены губернатором Вологодской области с точки зрения развития этой стратегии и переноса этой практики на ресурсоснабжающие организации других сфер, это водохозяйственные системы, системы теплоснабжения, они, естественно, требуют более глубокой и детальной проработки. И в данном случае уже, наверное, нельзя обойтись и своими силами, поскольку мы четко понимаем, что нужен комплексный системный подход. Поэтому мы провели предварительные переговоры в качестве нашего такого стратегического партнера в этом направлении. Мы выбрали Высшую школу корпоративного управления, которая входит в состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Считаем, что это, наверное, одни из ведущих специалистов на сегодняшний день. За их плечами достаточно большой опыт подготовки стратегических программ как для федерального центра, так и для субъектов. Начинали мы эту работу с Андреем Николаевичем Луценко, тогда представителем правительства области. Благодаря его, как говорится, настойчивости, знаниям, компетенциям, мы смогли преодолеть кризисную ситуацию, выйти, скажем так, на некую более спокойную, более направленную системную работу. Работу эту мы продолжили уже с Антоном Викторовичем Кольцовым. Сейчас мы понимаем, что для того, чтобы развиваться, расти, достигать тех целей, которые поставил нам Олег Александрович Кувшинников, нам нужна помощь наших коллег, компетентных руководителей, людей, знающих, что такое системный подход, оптимизация, стратегия. Я вижу нашу задачу в том, чтобы с помощью наших ведущих специалистов мы могли оказать содействие в оптимизации разработок стратегических приоритетов развития энергетики в целом, что тесно связано с экономикой региона. Наша позиция способствовать через знания, через навыки, и чтобы те задачи, которые здесь возникают, решались местные специалисты, а не те, которые приезжие. Приезжие просто способствуют тому, чтобы решения были оптимальными. Вот я думаю, что мы будем помогать оптимизации тех решений, которые рождаются талантом, умом сотрудников энергетической компании и тех людей, которые здесь их поддерживают в администрации области и города.